Доброго времени суток, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале и продолжаем прохождение War Tales. Тут замок графа Лохарта. Будем сейчас атаковать. Понимаю. Я долго молился за то, что душа графа Лохарта вернулась ко свету. Так сразимся же во славу всевидящего ока, наемники. Да будет так. Напасть. Пришли в итоге с Лохартом. Вроде бы, да? Трое союзников будет. Эмиссар, сапер, эмиссар. Ну, усиленные ребята. И шестого ранга. Достаточно сильные такие парни. Парни серьезные. Лидерский оппортунизм, это еще что такое? Атаки бойца также наносят 5% урона параметру здоровья удаленных целей. Фига себе. Мощно. Просто обалдеть. А что у этих? И у этих оппортунизм. Военный порядок. Армия лорда Лохарта. Когда боец заканчивает ход рядом с союзником, ему дается отражение. Ну, значит, нельзя позволить им совершать ход рядом с союзниками. Легионеры тут с нами. Тут сапер, а сапер что делает? Понятно. Два сапера, три сапера, фига себе, одни лучники. Легионер есть. И граф Лохарт, это их не командир как раз. Да, лидер. Дуэлянт, легионер, это кто? Эмиссар какой-то. Наносит 10-16 урона, если она сражается с союзником, тот получает ответный удар. Медицинская помощь и острый плавник. Для оба бойца, наносящему цели урон в ближнем бою, с вероятностью 20% накладывается кровотечение. А тут лорд Верналий должен остаться в живых. Я думаю, это не проблема. Совсем. Их поближе подтягиваем. И что? Командой взять. Командой взять, командой взять. Где мой медведь? Один медведь. Тут копейщик. Такой. Этого копейщика. Давай сюда. Разбойник, копейщик. Атакующий. Мне нужен турент. Давай сюда. Махнемся. Давай так. А ты вот так. Кто первый, как раз ходит сапер. И второй сапер. Нужно их законтролить. Медведь никуда не добегает отсюда. Класс. Давай тогда сюда. Тут получше ситуевина. Могучий медведь. Вообще, на самом деле, надо бы вот этим товарищам вступить в бой. Давай вот так, вот так, вот так. Этот медведь что? Добегает тоже достаточно далеко. Этих парней поближе. Этот новичок наш пробивает оборону. Пусть пробивает. Все, в общем-то, расстановка нормальная вполне. Можно приступать. Первого обезвредить сапера нужно. Конь добежит? Нет. Это вот так. Ты добежит. И куда? Ты тоже добежишь. Крока-кабан. Мне еще нужен здесь. Прекрасно подходит. Какой первый ходит? Вот этот. Понеслась. Да. Офигеть, они теряют здоровье жестко.
Ладно, давай вот этого медведя. Да. Вабынс. По 23%. Офигеть просто. Много здоровья теряет. Очень большое количество. Так, 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 дальше что? Вот этого тоже надо бы законтролить. С этой стороны. Вам. Далее будет ходить вот этот дуэлянт, который кровоток накидывают. Ребятки. Давай ты. Ослабляющий удар. Бам. В общем-то, ожидаемо. Следующий кто? Следующий наш лорд. Дальше будет граф Лахерт ходить. Надо на него тогда навалиться медведем. С этой стороны подскакиваю. Бэм! 43 урона, неплохо. Это было сильно. Дальше будет граф ходить. Надо тогда подскочить лучником сюда. Команда пас. Бам, 52 урона. И еще разок. Есть. Командиром разобрались. Дуэлянт и сапер уже под контролем. Нужно с дуэлянтом разобраться. Еще через какое-то время будет атаковать. В принципе, могу вот так вот подскочить. И 30% к урону. И раз, два, три, четыре. Готов. Последний критический. Обалденно. Доблесть. Что? С этим разобраться. Может быть, с вот этим. Пока что не буду. Хотя... Тут еще не скоро. Можно подскочить. Раз к атаке. Бам! Сразу насмерть. Давай дальше. Легионер. В общем-то, под контролем эмиссар будет ходить. Давай-ка ты. Открывает черту гемофилия. Кровотечение наносит, блин, на 5% больше урона. Это по нему или он наносит? Понятно. Вот тут непонятно. Ну, скорее всего, это отрицательный эффект. Тут ничего не поделаешь. Теперь нужно с этим гадом разобраться. Подскакиваю. Демонстрация силы. Раз, два... И добиваю. Давай сюда. Конец хода. Дальше вот этот эмиссар.
Ну, медведем подскочу еще, долбану его. А нет, он не под контролем. Он просто ударил с расстояния. Тогда медведь. Бам. Хорошо. Легионер, легионер. Второй легионер. Давай-ка ты. Не получится. Давай сюда. И хотя бы я больше урона нанесу. Жесткость. Бам. Вот этот легионер скоро будет ходить. Тогда его пора атаковать. Убивающий удар. Бам. Круговая атака еще. Ух ты, у него отталкивающий. Он молодец, оттолкнул, еще раз напал. В итоге я две доблести получил, вступая в сражение. Нормально. Чётенько. Неплохо. Критический удар еще яд накладывает. Конец. Что какие гаденыши. Лучника подвожу сюда. Кого лучше атаковать? Давай вот этого. Бам! Критическая атака, хорошо. Там бегут с поля боя. Отпускаю. Укрепленная стёганка 6 уровня. 49 брони. Это средняя броня, оборона 15, 49 брони и 3 ячейки можно поставить еще по 9 брони. Каждая заплатка плюс по 2 силы, 6 сил, офигеть. Это будет мощно. Хорошая стёганка, берем. Разговора никакого не будет. Надо отремонтировать экипировку. Вот. У меня есть же? Да, у меня есть заплатки. Соответственно, надо кому-то эту экипировку одеть. Тут стёганка была 5 уровня. Тут жилетка мастера тоже 5 уровня на движение. Оборона броня. А вот это я сниму. У тебя чё? У тебя нормально. Сила, броня, оборона, грузоподъемность вполне устраивает меня. А сюда нацепим крепленную стёганку. И слои понакидывать. Раз, два, три. В итоге 76 брони, блин, у копейщика. Обалдеть. Тебе сколько броня дают? 62. Да, копейщик становится могуч. И дополнительные 6 силы будет пробивать. Ого-го. По красоте.
замка выходить не надо было. Так. Уже со всеми разобрались. Соответственно, все равно украсть. Давайте поговорим. Не оплакивайте графа Лахерта и его людей. Они погибли, дерзнув войти против воли Йору. Вы же показали свое благочестие. Церковь будет не менее благодарна и рада, чем я. Прошу, примите это. Я буду молиться за ваши начинания. Пора решиться исследовать другие регионы. Мне нужно Пивандрас стибрить. Оп. Тут еще что-то. Боже, забираю. Леди Лахерт. Леди Верналия. А, то есть они переехали в этот замок, что ли? Смотрим, что тут. Ну, спуститься не получится. Ломать, видимо, тоже. В таком случае на выход. Больше нечего делать. Что у меня по весу? Ну, пока что терпимо. Судьба здесь уже решена. Единственное, что вот тут не нашли мы этого засранца, который сожрал своих и где-то по лесам шастает. Непонятно где. О, дерево, кстати, дерево надо. Дерево берем. Войска Лахерта. Топаем дальше. Теперь можно будет пивных ребрышек наделать целую кучу. Бись. Кабан находит грибочки. Может быть, вот на самую верхотуру тут надо забраться. Походить. Нет? Никого. Ну, в таком случае двигаемся по направлению боссу. И заодно еще задание банду выполнить. Больше делать и нефиг. Это задание. Не знаю, как выполнить. Первая помощь. Надо цветочки принести. Око за око. Это нужно на арене побеждать. Сюда потом можно будет вернуться. Пока что тут делать нечего. И можно потратить пропуск. Кстати, пропуск дали мне? Нет, пропуск не дали. Я в итоге не получил никакой награды, что ли? Очень странно, блин. И сотни монет, это чтобы купить пропуск. Ну. Рыбач. Что не так? Почему не могу рыбачить? Здесь еще надо рассадник крыс тоже победить. В этом регионе. Соответственно, мне нужно в Кортию сначала попасть. Взять квест на рассадник крыс и сбегать туда. Одену своим лучникам я огненные луки. Можно будет сжигать всех крыс, а остальными бегать, очищать вот эти наросты. Блин, уже устали. Давай подальше от бандосов отойдем сначала. Тут можно на сено кого-то назначить. Хорошо, ты тогда иди в палатку. И на сено. Дополнительная радость будет. Это знамя бесполезное. Давай тебя сюда. Конечно, красивое, но бесполезное. Будет с гордостью носить. Надо, кстати, изучить. У меня есть знания. Соответственно, нужно изучить стол для планирования.
Давайте. Чтобы дополнительную еще одну тактику. Это все-таки полезные бонусы. Дубильная стойка. Улучшение. Вот стол для планирования. Улучшаю. Оп. Там дерево закончилось. Давай здесь. Что тут выбрать можно? Во время подготовки к бою позиции союзников расположены ближе друг к другу. Атаки по союзникам могут с вероятностью 50% обернуться промахами. А, ну это если цеплять своих. И каждый спутник получает навык смена позиции. Движение сбрасывается, боец больше не может применять навыки или совершать основные действия. Непонятно вообще. Какие-то третьи навыки отвратительные. Ближе друг к другу, ну давай слаженность. Вдруг придется лучниками атаковать. Все-таки ближе друг к другу. А не раскидывать постоянно. Нет, сплоченность все-таки поинтересней. Я вот так поставлю. Это... А, еще там нужно приготовить пивные ребрышки, яблочные блинчики. Есть и яблоки, есть пшеничка. В порте еще яблок прикупить. Пивные ребрышки. И свиная похлебочка. И неплохо наготовили. Хлеб тратить, понятное дело, я не буду. Тут сразу закидываю яблочный блинчик. И хороший. Свиная похлебка. Давай свиную похлебку еще сюда. Все, отдохнуть. Даже алкоголь тратить не буду, потому что тут радость, тут 6 радости. Не понял я прикола. А почему счастье отряда 14? 6 спутники дают. Не понял я, почему радость сена не дала. Вот это вообще какая-то фигня непонятная. Что произошло, почему так? Есть подозрение, что жизнь глуши не для него. Не для кого. Шанс получить одно очко доблести в конце своего хода, если боец не связан с сражением. Второй ряд. Ну, черта на самом деле интересная. Давай вот так. А кто? Вот этот новичок получает, да. Если не связан с сражением в конце своего хода. Блин, но он танк. Ему, конечно, это не подходит вообще. Вот прям совсем. Ну ничего не поделаешь. Как есть. Лучше бы кому-то другому. Второй ряд, например, копейщики. Они практически никогда не связаны с сражением. Мне нужно на рынок еще яблок купить. Давайте. В этот раз яблок нету. Больше я продавать вот этим торговцам едой не буду ничего, потому что
Потом вот это прокручивать неудобно максимально. Парикмахерский набор, неинтересно, это пока что брать не будем. Сколько у меня деревьях осталось? По типу сортировка. Посмотрим. Бревна. Не вижу. Бревна. Ну. Есть еще уголек. Железная руда. Кожи уже достаточно много. Офигеть. Бревен маловато будет. Хотел еще заскочить в трактир. А, у меня на крыс уже взято. Засахаренные фрукты берем. Это может пригодиться. А где я? Фиг знает где. Далековато, конечно. Не поделаешь. Видимо, где-то на горе находится. Давайте сначала за крысами пойдем. Я так думаю, надо экипировать сразу луки. Горящая стрела. Что такое? Его надо снять, блин. Потом только одевать. Довольно неинтересное. Идем. Пойдем дальше. Тут что-то есть. Можно еще, конечно, купить снежных рисов и сдать на первую помощь. Возможно, что-то интересное там будет. Пандосы гуляют, но мне сюда пока не надо. Как мне вообще туда попасть? На другую гору, видимо, подняться нужно. А время следующего привала надо заплатить 250 монет. Не проблема, заплатим. Так думаю, все-таки надо бы еще взять одного разбойника. Дать ему какой-нибудь толковый ножик и прокачать на отравителя. Как раз тут я еще не шерудил. На этой горе уже по всему региону шастал. А самая гора, которая в начале, тут еще нигде не ходил я. Как раз можно снежных рисов пособирать. Нормально, по 3 штучки кустика. Вы обнаружили секрет. Мастерство навыка. Содержит знания, которые позволяют одному из ваших спутников улучшить классовый навык. Вот это что дает? Всем дружественным животным рядом с целью дается ярость. Они принимают против врага атаку по возможности. Нифига себе. Давайте вот это улучшим. Навык фас улучшается. И теперь 50% урона еще будет дополнительным. Будут раскидывать просто всех. Хороший секретик. Не зря я сюда поднялся. Эта книжка, по-моему, 700 монет стоит. Я ничего не путаю.
Как там можно было приближать? Ага, вот так. Неужели здесь нечего собирать? Просто палатка. А медведи шастают. Медведей на самом деле изловить было бы очень хорошо. Еще с них медвежатинка, блин, вкусная. Надо на них напасть. Посмотрим, какого уровня эти медведи. Оп. Три медведя, но шестого слабоватые. У меня и так шестого уровня медведи. Медведь. Пока боец не сражается и отсутствует статус окружения, у него есть ярость. Ясно, понятно. У них, кстати, больше здоровья, чем у моего медведя шестого уровня. Жура. Скорость, блеск, крепкое здоровье, уверенность. Самый могучий, самый сильный, самый хороший. Здесь уверенность, трудяга. Ну, трудяга, конечно, неплохо. Блеск, оппортунист хороший. Единственное, вот это медведь не очень. Обжора, но у него есть телосложение, тем не менее. Первый медведь будет вот этот. Мои медведи в лесу могучие, соответственно, поставить их как-то так, чтобы они могли сразу атаковать. Можно сразу двоих долбануть. Ник. И они с огненными стрелами. Ладно, ничего страшного, подождем. Но сначала нужно медведя атаковать. Первый вот этот. Понеслась. Как мне лучше? Давай сюда. Накладываю хрупкость. Теперь бам! 179 критический. Хорошо. Второй медведь. Бам! Ну, тут не критический. Ну, 42 урона тоже неплохо. Об одном можно еще кровоток накинуть. Давай, третий медведь пошел. Моим окружением. 59 урона. Ну все, он труп. Первым, в общем-то, разобрались. Подскакиваю сюда. Делаю фас. Бам! Под яростью они просто дербанят его жестко. Ох. Бегут с поля боя. Не-не-не-не-не-не-не. И получает воодушевление. Кидаю. Поджог. Опа. Отлично. Пропуск. Теперь ты. Тоже, конечно, загорится. Я думаю, ничего страшного. Такой вот этот медведь будет первый. На тебе. И вот так. Хорошо. Дальше под воодушевлением. Добегаю. Не добегаю. Где мой? Вот здесь нет.
этой стороны. Вот же, блин. Ладно, давай так. Накидываю яд и отхожу. Теперь он горит и под ядом. Еще можно долбануть топором. Есть вероятность накинуть кровотечение дополнительно. Гореться нет, не вариант. Давай рублю. Оп. Хорошо. Кровотечение есть. Зарубить его не получится. Отхожу. Ну и дальше с расстоянием. Град ударов. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И нужно взяться за второго медведя. Сколько он урона нанесет? Прилично. 40 урона. Так-то достаточно много. Нужен какой-то сильный боец. И боец молодец. Давай сначала ты. Иди сюда. Махмуд, поджигай. Он с этой стороны не очень. По-своему тоже не хочется. Давай вот так. Уже и так они горят. Копейщик с кровотоком. Чтобы мне напасть. Это слабоват. Это слабоват. Хотя. Связывающий удар есть. Блин, ну я не могу пройти. Толстые медведи. Ё-моё, стали. Тоже, блин. Ладно, давай тогда ты. Бравада. Ну и, пожалуй, насмешка. Надо было сразу делать насмешку, а потом защиту. Ну, хотя бы так. Дальше. Захожу сюда. Много урона он не нанесет, но тем не менее, давай вот так, оп. Ну, 29 урона нанес. Дальше еще бешенство. Оп, 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 оп. Красиво. Уже загорелся, поэтому конец хода. О, 89 урона. Офигеть. Давай фишку добиваю. Назад. Ну тут нет смысла вообще атаковать. С этой стороны никак, с этой стороны никак, с этой стороны никак. Тут можно копейщиком, в принципе, подскочить. Дарить его. Оп. Отойти не смогу. Могу отойти нормально. Отхожу тогда. Костельщик. Все, пропуски всеми. Ух ты, силен, целых 9 урона. Его добить. Бам. И фаталити добивали тем. Нормально. Здесь медвежатины. Немножко шкурки. Пойдет. Никаких ранений, ничего. Обошлось. Пойдем дальше. Здесь грибочки. А вон и рассадник крыс, который нужно мне зачистить.
Есть целых 3 навыка. 2 массовых. Для того, чтобы зачистить этот рассадник крыс. Заходим. Ни хрена себе там крыс сколько. Какого они уровня? Ну, слабенькие. 30 здоровья. Это не проблема вообще. Можно эти чумные наросты спалить просто. Раз, два. Блин, далеко находится. Расположение ужасное. Тут бежать. Фиг знает куда, а сильно затягивать бой тоже не вариант. Будут еще крысы спавниться. Везде яд. Медведями не вариант. Эти травятся уже, правильно? Нет, лихорадку накидывают. Тогда медведя я оставлю здесь. Мне нужны бойцы, которые... Одного лучника тоже надо здесь оставить. Где вообще мои лучники? Ну, ни хрена непонятно. Вот этого с командой взять. Оставлю я, пожалуй, здесь. Медведей прям поближе. Так вот, окружаем. Большой крысе ни хрена не подобраться. Копейщики побегут. Вместе с разбойниками. Рука кабан. Накладывает кровотечение. Второй раз уже не вариант бить. Давай сюда, крока кабана. Да, вот этого с огненным. Дальше вот здесь вот тоже медведя. Слабоват, товарищ. Будем как-то сдерживать шествие крыс. Тут можно ауешить, кстати, убивать их пачками. Второй лучник пойдет сюда. И разбойники тоже с копейщиками отправятся. Берсеркер. Костечек. Сначала ты. Нет, не ты. Где он? Костечек. Сразу заскакивай. Такую. Бам-бам, ой, хорошо, критические атаки. Не хватило, блин, урона немножко. Ну да ладно. Доблесть получена. Отсюда я... Блин, тут яд везде. Вот же лажа. Этот не пробегает. Ладно, бегом сюда. Махмуд. Я в своего попаду. Без этого вообще никак, что ли? В любом случае, стреляй. Всё. Уничтожено одно логово. Это прекрасно. У этого движения нету никакого. С крысы начнут. Этих крыс как-то пофиг. Тут еще рядышком, оказывается, есть чумной нарост. Да туда ворваться. Давай-ка ты. Сразу сюда, вот таким вот образом. Опа, хорошо. И добиваю. Есть. Класс. Вторым чумным наростом тоже разобрались. И здесь можно уже побежать.
два нароста, здесь еще один. Осталось три темных нароста. Ну давай сюда. Погнали. Так. Берсеркер сюда. Копейщик тоже сюда. И последний, который будет участвовать в уничтожении наростов. Да. Новая толпа крысенышей. Этот будет на подстраховке. Можно, конечно, пульнуть горящую. Они не сдохнут, и начнется здесь массовое, блин, горение. Или побежать на помощь в уничтожении логов. Как тут лучше поступить? И давай все-таки я побегу. То можно будет вернуться. Сюда. Там по ситуации уже будем смотреть. Они достают. Давай ближе. Так вот. Подыщи. Все, он же сдох. Давай еще ближе становлюсь. Так. По 10 урона они будут долго грызть. 2 здоровья много. Танки плюс-минус. Вот этого надо подвести. Его надо подвести куда-то сюда, дать всем защиту. Одушевление. Так вот. Пропуск. Да, надо было доблесть одну еще получить, дополнительную. Тут. Наша нафиг. Крысеныша. Атакую. Не могут выбраться. О, как у него в темноте у Мишки-то глазенки вялят. Прикольно. Навлюсь тут рядышком. Бэм. Плюс одна доблесть. Всю. Здесь все хорошо. И ты. Ух ты, как он бегает бодро. Давай. Остался еще кабанчик, давай. Опа. Первый раунд заканчивается. Ой-ой-ой-ой, здесь же полезли крысы. Это что такое? Оползень. Пусть будет оползень. А их никого не цепляет. Сзади будут окружать. А, не только там, и здесь еще целая толпа вылезла. Офигеть, блин. Тут один крысеныш. Неприятно.
знаете ли, перекрыли проход всем моим бойцам. Вот это, блин, жопа. Этот подскочит, этот подскочит, этот куда не добегает. Тут можно только крысёныша уничтожать. Хорошо. Понеслась. У этого тоже, блин, будет лечиться от яда. Да, будет лечиться от яда. Он один яд накидывает, не проблема. В общем-то, тем более бьет критическими атаками. Оп, еще 12 урона. Конец худо. Два из шести уничтожено, то есть где-то еще есть нарост. Пойму я только где. А, вот, блин, нарост. Ё-моё. Как я его не заметил раньше. Давай-ка ты теперь сюда. Бэм. Рост уничтожен. Отлично. Выбраться не получится. Ладно, не трогаю тогда этого кабана. Что мне делать? Побежать, уничтожать вот этих чумных крыс, либо побежать к наросту. Этим по-любому нужно сюда бежать. Пропуск. Как же они мне здесь перекрыли? Просто отвратительно. Сколько урона нанесется? Только половина. Недостаточно. Этого, блин, недостаточно. Можно их спалить, конечно, нафиг. Вот так вот, например. Целая куча доблести получена, нормально. Давай вверх. Сразу двоих не получится. Или получится? Нет, никак. Ладно. Махмуд, поджигай. По огню бежать точно не вариант. Тут я тоже не пройду. Благо, народу в моем отряде очень много. Это тоже крысеныш мешает пройти, но просто отвратительно. Могу я, по идее, если подойти сюда, могу атаковать, блин, один хп. Один. Вот же... То есть в итоге я похожу всеми, чтобы зачистить крыс. И то не всех. Это отвратительно. Ладно, добиваю в любом случае. Давай выше немножко. Этого убить. Сюда же.
И дальше бегом. Кабана будут со всех сторон просто кусать. Бедный кабан. Точно никак не вырваться? А, можно. Ну тогда меня накроет, блин, камнем. Хотя, если вот так. Вот так можно. Вырваться из окружения. Давай вот так. Опа. И куснуть какую-нибудь вот эту. Уже все, тут уже все. Тоже уничтожили, можно будет добежать вон до того. Либо добежать вот до этого. Я кем не пропустил-то? Кабаном, что ли, не пропустил? Пустил кабанома. Почему? Меня уже походил, потому что все ясно. Ладно, давай ты бегом сюда на помощь с этим темным наростом. Так. А вот этого товарища. Аккуратненько пробегаю сюда и вот сюда. Еще целых два нароста нужно уничтожить. Пока что все хорошо. Здесь нужна помощь. Воодушевления на кабане же нету, правильно? Нету. Обновляю тогда воодушевление, всем защиту. Ворону, да нет, не надо. Хотя, давай связывающий удар вот так вот. И потом оборонительная стойка. Ответным ударом он этого крысеныша может и на тот свет отправить. Это ихняя лихорадка накапливается. Сильно долго затягивать бой такое себе. Урон уже на 20% увеличивается. Когда целая куча крыс окружает, это очень плохо. Этого нафиг. Дохожу к главной этой большой крысятине. Если что, ее сожрать просто медведем. Медведь самый сильный. Надо будет разобраться. Опа. Поджечь, не поджечь. Да нет. Давай лучше... Ответный сюда, ответный сюда. А пусть будет. Овации. И потом оборонительная стойка. Нужно просто продержаться, выиграть время. Там у них тоже затор. Только в эту сторону могут выбегать. Блин, вот эти чумные крысы перехватывают. Получится Матриарха зафигачить. Эту не трогаю, а ближе я не подойду. Блин, ну придется тогда убивать. Подползать поближе вот так вот. Тут еще вот эта крысятина тоже будет мешаться. Пока с ней разберемся. Это приколюха. Давай вот так. Атаковать никого не получится, пропускаю. Лучника берут под контроль. Сейчас второго лучника тоже берут под контроль по-любому.
Это отвратительно, но ничего с этим не поделаешь. Сейчас еще повыбегает целая куча. Добежит, что ли? Вот же. Вариантов все меньше и меньше. Ситуация складывается совсем нерадужная. Вот прям вообще. Который поджигает, зря я отсюда убил. И где папы лазают еще? Ага. Ну хорошо. Камнем сейчас убьет. Сразу 5 крысок, которые выбежали. Это классно. Это хоть какая-то помощь. Здесь вылезли. Еще 3 крысы вылезло. И здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Обалдеть. И здесь еще 2. Да что ж такое? Тяжеловато будет все наросты уничтожить. Прям очень тяжело. Здесь копейщика я бросаю, нужно тогда в нижний нарост или, может быть, на верхний нарост бежать. На нижний здесь есть копейщик, в общем-то. Как лучше поступить? Нет, давай все-таки. Нет, ну эта крыса догонит, это бессмысленно. Давай сюда. Бам. Котельный нож. Слабовато. Ходят крысюки, пусть ходят. Теперь ты. Подскакиваю сюда. Град ударов. Хоп-хоп-хоп. Ну критически хоть один. Да что ж ты, зараза. Одного критического. Стойкость. Черта. Хорошо. Все, разобрались. Черта, стойкость. Что дает? 5% шанса сбежать яда, кровотечения и горения. Ладно. Ну, вот это прям отвратительно, что здесь повылазили крысюки. Лучники никак отсюда не выберутся. Этого тоже могут перехватить вот эти 2 крысы, которые выползли. Сразу чумной нарост уничтожить не получится. Придется бежать как-то вот так. И все равно яд зацепил. Надеюсь, крыса не добежит. Пропуск. Веточка, хорошо. Мне каким-то образом нужно лучника освободить. Возможно, придется костечиком бежать на помощь сюда. Без массовых атак ни хрена не получится. С этим наростом-то разберутся. С этим наростом, в принципе. Без помощи вряд ли получится что-то сделать, а этот тоже никак. Ладно, здесь надо бросить копье. Хотя бы сзади не кусали. Либо бросить вот так копье. Давай, наверное, вот так. Потом вот эту крысятину оттолкнуть.
Хорошо. Пропуск. Я здесь. Надо убегать. Даже через огонь плевать. Нужно плюнуть вот в эту матку. Огненным залпом. Беги сюда. Причем надо как-то плюнуть, чтобы зацепить тех внизу всех. Трое, вот, вот так. Опа! И дальше это начнет огонь расползаться. Здесь. Вот эту надо уничтожить. Надо взять. Бам. Прекрасно. Конец куда. Блин, ну, ё-моё. Вообще не в тему, вот прям совсем. Я могу добить эту крысу просто сбивающим ударом и чумной нарост уничтожить. Это надо сделать. Давай. Пинок. Подскакивай сюда. Уничтожить чумной нарост. И ухожу. Теперь вверх. Хотя вверх, наверное, нет. Буду сюда возвращаться. Нужна помощь. Плюс надо исцеляться уже. Законтролили моего копейщика. Кабану постоянно достается. Надо кабаном уматывать, иначе его просто загрызут. Ответочка, хорошо. Даже хорошо. Цапнуть вот эту крыску. Пусть будет у нее кровоток. Дальше будем делать ноги. Куда лучше. Так, никак. Здесь не выбраться. Давай вот так. Нет, не пройду. Блин. Вот же лажа. Ну, хотя бы со всех сторон ее окружить уже не получится. Кабанчика этого. Нафиг. Так. Ну, тогда лучше отойти медведям. Раз такое дело. Уже тут все горит. Лучше не подставляться. Сейчас будут, блин, просто избивать. Надо было этой... А, ну я тут не смог бы убежать. Крысы просто в окружение взяли. Кольцо. Отталкивание можно сделать, в общем-то. Оп. Вот так. И делать ноги. Максимально вот сюда бегом. Тири-тири-тири-тири-тири-тири. Оп. Вот и отталкивающие гранаты пригодились. Освободиться. Это не нравится хорошо. Блин, горение все-таки накинули на медведя. Тяжело. Сейчас будут грызть со всех сторон просто. Много урона я не нанесу. Костечек. Что делать костечком? Надо помогать здесь. Сейчас тут побежал уже, товарищ. Давай сюда. Бам!
Бам. Бам, хорошо. С одной разобрался. Дальше. Блин, не дотягиваюсь я. Да ё-моё. Давай хотя бы вот так. Осталось два нароста уничтожить. Вот этот и вот тот. Соответственно, там нужно больше бойцов. Эти крысы тоже меня беспокоят сильно. Скорее всего, все нароста уничтожить не получится. Еще максимум один. Затягивать, потому что с этим никак нельзя. Атакую. Этим не убью, этим не убью. Огненным щитом не вариант. Давай овации еще раз. Подожди, овации рановато. Сначала нужно вот здесь вот. Так вот сделать. Дальше захожу сюда. Огонь передается. Будем еще поджигать. Так, ты. Пони. Пони, 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 пони. Давай не убью, могу вот эту крыску. Опа. Лепнул. Давай так. И тут никуда ни до кого, да, не дотянусь. Сколько еще здесь защиты? Защита один ход. Давай тогда я накину вот так. Топаю сюда пока что. Оборонительная стойка. Что тоже сложная ситуация. Прям, ну капец. Вот эти сейчас рванут. Целая куча тут. Крысеныши, пятеро аж. Видимо, надо идти вот этим товарищам помогать. Но сначала его нужно подлечить. Здесь есть бинт, и здесь есть бинт. Доблесть еще имеется в наличии. Надо подбинтовать. Давай ты. Сюда захожу. Бам. Доблесть потратится. Да нет, не вижу смысла. Уязвимость. Неужели догонит? Нет, не догнала. Пронесло. Шустрые. Блин, законтролили. Ну, благо, у них здоровья мало. Можно с одного удара снести. Добежит. Добежит. Вот же еще и чумную рану нанесла. Ладно, есть зелье чумных ранений. Это не так страшно. Вы серьезно?
Две крысы догнали. Вот это жесть. Уже прям совсем плохо. Ситуация прямо-таки нездоровая. Тоже чумная рана, блин. Кабан, ну еще достается. Ну, кабан сбежит на следующем ходу. Посмотрим, где теперь вылезут. Ой-о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 й. Офигеть. Из всех щелей лезут крысы. Вот это жестко. Че, даже не убьет? Ну ты копейщик, че ж ты такой слабый? Мне нужно освободить лучника, чтобы он мог уничтожить этот чумной нарост побежать. И надо еще выручать, блин, Пармуса. Ситуация откровенно тяжелая. Тут еще целая толпа крысенышей вылезла. Очень плохо получается. Здесь, если дать массуху, я никого не убью. Пинок. Что такое? Почему пинком я никого не сношу? Это плохо. Придется копейщиком становиться, убивать вот этого крысеныша. Тут еще двое появилось. То есть помощи не будет. Тяжело. Ситуация просто аховская. Но вот этим надо убегать. В любом случае, давай сюда. Даю первую помощь. Теряют яда хотя бы. Можно дымовую завесу еще дать. Освободить. В общем. Давай, дымовая завеса. Так, ситуация будет немножко получше. Давай, теперь тупай сюда. Дальше поджигаем снова. Можно вот этих всех поджечь. Слишком много как-то понавылазило. Либо добить вот этих вот. Еще нанести урон большой крысятине. Да нет, вот эти выбраться не могут. Все-таки надо их сжечь. Давай сюда. Медведь ни с кем не сражается. Этого медведя освободить. Давай вот так. Не понял, почему ничего не произошло? Не на ту клацнул, что ли? Вот ты, ну ты. Уже 75 здоровья, она просто дохнет потихонечку. Ближе подходить, наверное, особого смысла нету. Огонь распространяется, сейчас побегут, ну да. Сюда надо уходить. Давай-ка. Так.
Убиваем. Двигаемся потихоньку. Потихоньку. Какого? Да блин! Да какого лешего? Тут еще две крысы вылезло. Вот это совсем нехорошо. Просто отвратительная ситуация. Отвратительнейшая ситуация. Что нашли до хрена? Ладно, пробуй. Бросить копье. Вот так. Освободить лучника. Потом. Вот так. Хотя, блин. Хотя бы сможет оббежать с этой стороны. Я возвращаюсь назад. Конец худа. Наплодили, ё-моё. Дохнем. Ладно, продвигаюсь в любом случае. Оборонительная, либо бравада и долбануть. Сражается. Если сражается. Ладно, давай вот так. Потом оборонительную стойку. И потом овации. Кабану тоже достается жестко. Надо текать отсюда. Опа. Отступаем. Пробегает, конечно, но крысы могут за ним погнаться и догнать, в общем-то. Отсюда. Так, загорится, давай вот так. Вот здесь вот. Подпалить этих крысенышей дурацких. Как-то так. О, воодушевление, нормально. Воодушевление то, что нужно. Сейчас. Этот костечек свободен, в общем-то, можно побежать. И расфигачить вот здесь вот. Давай сюда. Попробую, по крайней мере, это сделать. Тут уже окружили еще две крысы. Здесь откровенно сложная ситуация. Этот может подскочить. Ладно. Пока что пропуск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще все будете ходить, что ли? Ё-моё. Вот это капец. Я мог бы с помощью бега отступить. По огню, блин, не вариант. То есть мне нужно вообще убегать. Там тоже плохо все. Здесь везде крысы. Некуда отступать. Вот в чем проблема.
Проблема в том, что отступать-то и некуда. Ну, хотя бы не сдохнет. Убегай. Убегай, убегай. Ладно, убегаю максимально сюда. Тебя же нельзя накладывать. Там еще, блин, яд. Долго не попрячешься. Ё-моё! Они рванули теперь на лучника. Очень плохо. Очень плохо. Тут уже никто не может атаковать. Этот, блин, еле живой, еще и горит. Кем я могу его вылечить? Вот этим могу, если не законтролят, в общем-то. Тут надо освобождаться и убегать нафиг. Максимально по прямой. Этого подлечить. А этот подлечит лучника. Как-то так. Бой может затянуться, и тогда, блин, будут потери. Это жадность. Хочется много наростов уничтожить. В итоге будет целая куча раненых, чумных. Одну крысёнышу я могу убить, в общем-то. Который законтролил. Потом бежать сюда. Яд нет. Давай лучше... Вот так. Ой, трындец! Воля спасает. Очень плохо. Если я никем не добегаю до него, то лучник погибнет от огня. Кого долбануть? Тебя, давай тебя. Надо матку уничтожать каким-то образом. Вот этим медведям подскакивать. И фигачить ее. Потому что ситуация откровенно плохая. Нужно заканчивать бой. Нечем атаковать. Атаковать нечем, блин. Этого крысёныша-то я убью. Только к матке подойти не получится. Как? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Огонь перекинулся. Воодушевление на всех. Давай сюда. Не догнала. Хорошо.
Доблесть тратить я не буду, пожалуй. Доблесть мне еще нужна. Так, ее не очень много осталось. Бинтовать много кого нужно. Оп. Оп, чедогоп. И эти тоже рванули, блин, вдогонку. Но добежать они не должны. Постоянно перехватывают моих медведей, которые королеву могут отпинать. Как-то ну слишком много рожает она этих крысенышей. Даже при том, что я на рост уничтожаю, все равно их вылазит целая толпа. Постоянно. Как бы не загрызли моего копейщика. Не должны, у него еще броня есть, конечно. Не дают подойти просто, ну никак. Так, ну ладно. Хотя бы этого. У него бинтов нету. Смертельно. В любом случае, на следующем раунде я могу добить королеву и закончить это все. Пытаться уничтожить еще один нарост. В общем-то, у меня два бойца есть. Нет, не догнала. Ху, пошлось. Посмотрим, если не перекроют сейчас проходы, никакие подходы. Здесь целая толпа выбежала, понятно. А, она сдохла. От огня просто. Точно-точно. Аж теряю 20% здоровья каждый раз. Из-за того, что у них уязвимость к огню еще больше. Зараженный мозг. Наживок 12. Зараженная кровь 15. Крысятинки 18. Чумная кожа. Чумной образец 8 штук. 120 идеальных клыков. Ну, ничего, такая награда. Ну и, блин, при этом очень много брони потеряно. Дофига ранений, перелом, чумная рана, лекарство от чумы исцелить, перелом исцелить. Тут тоже такая же история. Лекарство от чумы и перелом. У кабана что? Контузия. Надо подлечить кабана, бедного, несчастного. Тут ремонт. Тут брони было много, если бы не это, были бы у меня проблемы. Серьезно, так, тут 7, тут давай, так, оп, тут тоже, и тут. Сколько у меня еще осталось, подожди, закрыл рано. 49, ну пока еще есть. Пони прокачался. Это у нас рабочая лошадка, да? Прокачиваю, конечно же, телосложение, чтобы было больше веса. Длительность бега и грузоподъемность. На 8 уровне будет еще не скоро. Сразу утомились, блин. Можно будет наделать, давай-ка, крючки рыболовные крутые. Отличный рыболовный крючок. Прочный и отличный.
Просто из железной руды с наживкой. На одну рыбу больше позволяет поймать. На две рыбы больше позволяет поймать. Давай вот этих. Первички как раз пригодились. Еще знания получили дополнительные. Это хорошо. Веревок накрутить. Так. Да есть тут бульончик с крысятинки. Для бульончика похлебка. Культурный шок. На культурный шок что надо? Баранья похлебка. Я такое еще не умею готовить. А волки и хмели. Тут еще дополнительное пиво. Блин, сколько ж пива нужно? Засахаренные фрукты. Можно будет вот эти наделать. И критические, и счастье. Вообще обалденное блюдо. На самом деле, радость не очень здесь нужна. Радость можно отдельно использовать. Ну, блин, 4 радости много. Сахарные фрукты, виноград, вишня, яблочный блинчик, охотничье фондю, оленина, скорость движения по миру повышается, каша, движение в бою, так, окунь, блин, а где? Я не понял, крысиная еда, пивные ребрышки. Окунь, а вот она, крысиная похлебка. Капуста нужна. Если бой происходит в помещении, то враги получают изумление в начале боя. Не то чтобы прям очень нужно, но крысятина есть, капусту купить и наварить нормально. Тут алтарь ока. Давай. Донова выгнать. Давай сюда. Здесь что-то надо было. А, здесь из фруктов. Лимонов можно, например. Кого-то поставить. Крутить. Но у меня все заняты, в общем-то. Ладно, надо блинчик. Блинчик вкусный. Блинчик последний на самом деле. По животным. Это вот. Давай-ка вот это вот. Заплатить, само собой. Минус 7. Там будет плюс 6, а вот это вот будет плюс 7. Еще надо немножко еды подкинуть. Кто-нибудь. Например, вот солониме. Вот так. Отношения улучшаются, радость восстанавливается. Отлично. Дальше. Смотрим, что здесь можно найти. Видимо, больше ничего. Вот это на горе только рассадник крыс. И, видать, больше никаких интересных здесь мест. Прям вообще никаких. Ладно. В общем-то, ради того, чтобы сделать крючков, оно стоило того. Кабаны нет, на этих охотиться я не буду. У меня пока что с мясом все нормально. Там были, тут были. Эта гора полностью исследована. Теперь надо топать на соседнюю гору. Я так понимаю, чтобы сюда попасть, нужно подняться на гору. Там разобраться с боссом и еще с разбойниками. Но этим вопросом, я так думаю, займемся уже в следующий раз. А на этом пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии.
счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. Пока-пока.